Так, ну вот на площадке рекордный состав сейчас у нас. Это Иван Петрович, Гена, Сергей Сергеевич. Не принял. Сергей Сергеевич не принял, да. Но ничего, сейчас подача. Рекордный состав, потому что я думаю, что средний возраст здесь в двух командах где-то за 65. Ну, может, чуть я преувеличил. Вот. Так, смотрим внимательно за игрой. Так, вот такая вот игра. Так, вот смотрю. Сережа. Сергей Сергеевич. Вот Сережа аккуратненько принимает. И Сергей Сергеевич атакует. Гена. Так. Ну ничего. Так. Вот это наш рекордный состав. А что это вы до 10 что ли играете? Что-то какие-то. Так, Иван Петрович. Володя. Лида. Света пасует. Тянут, ребята. Гена. Володь. И вот Гена в атаке. Есть. Но там нет, все пробил. Пробил, да. Володя мог бы поскромнее. Так. Валера. Так, Валера на приеме. Так, вот Света. Вот. Валера в атаке. О. Боря, Борис Иванович. Есть. Ну смотри. Что делает? Что делает? Мишка мозги включил. Вот так. Так. Валер, он не спеша идет. Но тем не менее, вот он дошел. И это уже рекорд. Света подает. Силовая подача у Светы. О, Витя. О, Сергей Сергеевич атакует. Так, и Борис Иванович есть. Вот так. О, отлично. Сейчас я попробую это снять вон с того пенька, то есть с того дуба. Залезть туда. Вот сюда. И снять сверху. Сверху. Так. Так, там Лена труженица. Так, вот. Так, вот это Лена труженица. Вот интересно, сколько кубометров в этом костре сожжено за 25 лет. Ну, я думаю, уже немало. Так, ну такой лес-то невзрачный сейчас. Так, и я попытаюсь сейчас забраться на этот пенек. Не очень что-то получается, потому что одна рука не работает. Вот так вот. И я забрался. Надёж. Нет, ребят, вот отсюда видик значительно лучше. И, собственно говоря, вся игра видна. Вот Гена в атаке. Так, и мячик покатился. Так, Сережа его достал и пошел. Так, итак, показываем классную олимпийскую игру. Борис Иванович подает.
Вот это вот. Это уже настоящий волейбол. Вот, где тренеры сборной нашей? Почему не набирают? Почему? Вот так вот. Лучшие люди. Так, Валера на подаче. Валера, я надеюсь, подача силовая будет. Есть. Ага, солнышко. От солнышка уйду. Вот так. О. Вот Миша. О. Ну, отлично. Ну, в общем, вот теперь вся панорама. Света, улыбнись, я тебя крупным планом покажу. Вот, ты сюда на меня смотри, ты не знаешь, куда смотреть даже. Так. Отлично. Володя, улыбочка. Где твоя улыбка, Вова? Посмотри на меня внимательно и улыбнись. Так, во, отлично. Молодец. Так, Вовка подает. Да, у вас упало. Лида. Лидия Ивановна, посмотри на меня, пожалуйста. Лидия Ивановна не слышит. Ну ладно, это бывает. Вот. Гена, где твоя знаменитая улыбка? Тоже серьезен. Нет, ребята все в борьбе. Все в борьбе. Ну вот так. Мишаня, посмотри на меня. Вот, отлично, спасибо. Ну, у Миши хорошо со слухом. Сергей Сергеевич, посмотри. О, отлично, великолепно. Ну вот, я, наверное, надеюсь, теперь всех представил практически. Вот и Ваня, матрос. Отлично. Ну вот.